«Помните нас». Эти слова выбиты на монументе «Эхо», установленном 2 года назад в ландшафтном парке Красного Села. Именно сюда каждый год 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, со всего города приезжают те, кто не понаслышке знает, что такое лагерь смерти. Я хочу поклониться вам, дорогие узники. Хочу поклониться памяти тех, кто не дожил до наших дней. А вам, кто пришел сегодня сюда, пожелать здоровья и счастья. Спасибо вам. В торжественно-траурном митинге приняли участие представители городской администрации и общественных организаций бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Говорили о погибших и о тех, кто смог выжить. Обо всех, кому пришлось пережить страх, жестокость и насилие в гитлеровских застенках. Митинг подтверждение, что таким преступлением срока давности, наказания за такие преступления срока давности не будет. Не будет. И узники, безусловно, должны заслуживать, бывшие узники, заслуживать того, чтобы к ним страна отнеслась с уважением, чтобы хранила вместе с ними память о тех, кто ушел, и чтобы сделать максимально достойную старость, которая, ну, неизбежно приходит ко всем нам. В концлагерях за годы войны погибло 18 миллионов человек, из них 5 миллионов советских граждан. Очень мало наших взрослых земляков, выдержавших испытания плена, дожили до сегодняшнего дня. И с каждым годом их становится все меньше. В Кировском районе их осталось чуть больше 1000. Кровь в венах пульсирует в такт. Прожить еще день лишь тому удается, кто смог доползти в свой барак. Вы вынесли голод и выжили в холоде, сквозь грязь, унижение прошли. Так дай же вам Бог, и позвольте нам голову пред вами склонить до земли.